Российские алмазодобытчики из Алросы свою находку назвали «Видение розы» в честь балета Михаила Фокина и новеллы Теофиля Готье. Драгоценный камень редчайшего размера, более 27 карат, и оттенка розового с фиолетовыми переливами был продан на Женевском аукционе дома Сотбис за не менее рекордные 26 миллионов 600 тысяч долларов. Пандемия обязывает, торги велись онлайн и по телефону. Покупатель, как подчеркивается, предпочел сохранить анонимность. Так что на чьей шее или руке будет сверкать видение розы, по всей видимости, останется тайной.